Я уже пришла с прогулки, налила себе кофейку. Не знаю, друзья, я вообще летом, ну, крайне редко пью даже утром чай, да, потому что, ну, понятно, солнце светит, жарко и все остальное. Но вот последнее время, не знаю, почему-то хочется утром просто бодрящего кофе, хотя я не кофеман от слова совсем, то есть я кофе не люблю. Я крайне редко его пью, но последнее время что-то, видимо, изменилось, может быть, в связи с погодой. Ну и моя любимая чашка, на которой написано, что у женщин два хобби. Первое хобби – это вязание, а второе – покупка пряжи. Я всегда, когда это читаю, наливаю сюда чай или кофе, всегда у меня улыбка на лице. И вы такие прекрасные чашки для чая или для кофе можете приобрести в моем магазине. Кстати, не за горами Рождество, и можно порадовать себя таким приятным подарком, ну или родных, или близких. Приготовила себе также завтрак. У меня сегодня просто фрукты на завтрак, немножко здесь. Апельсин один маленький, такой небольшой апельсин, пол яблока и пол банана. Все это я просто приправила немножечко лимоном, соком лимона и медом. Вот. Я не худею, у меня нормальный вес. Вот. Ну, конечно, пару килограмм не мешало бы, но я вот просто люблю утром или фрукты, допустим, с йогуртом или с творогом, мне тоже очень нравится. Но сегодня решила вот так. Друзья, также хочу вам еще показать небольшое короткое видео, которое я для вас записывала. Мы на выходных были на так называемом базаре пряжи, или у нас он называется Вольмарт, в городе Фатерштейт, это 40 минут от нас, недалеко. Была прекрасная, чудесная погода, мы гуляли, и я небольшие такие видеозарисовки для вас поснимала. Я много не снимала, потому что в прошлом году мы уже с вами были на этом базаре, и у меня есть на канале достаточно объемное видео, по-моему, если я не ошибаюсь, на 40 минут. И если вы хотите, при желании, вы можете это все посмотреть. Кто не видел, кто хочет вдохновиться, кому интересно, я ссылку, конечно, оставлю под видео в инфобоксе. Потом мы еще немного погуляли, я тоже там коротенькое видео сняла. И постараюсь показать вам плед, я его повязала, и уже достаточно у меня хорошее продвижение. Друзья, я желаю вам приятного просмотра, вдохновляйтесь. Друзья, всем привет, мы едем в сторону Мюнхена. Потому что едем на базар пряжи с Робби. Вот. Я хотела посмотреть, а Робби говорит, ну поехали. Вот. И в дороге сейчас я начала вязать второй носок. Все-таки спасибо вам большое за пожелание. Время уже прошло, палец немножечко у меня зажил практически. Ну, можно сказать, что совсем, но когда я вяжу, естественно, я давление спицы все равно на палец чувствую. Поэтому спицами прям так долго вязать не могу. Но зато я очень хорошо продвинулась по пледу. Даже, я бы сказала, больше 20 сантиметров я провязала. Нам осталось еще немножко, да, Робби? Сколько еще нам осталось? Ну, где-то минут 15-20, и мы будем на месте. Будет что-то интересное, я постараюсь для вас поснимать. А второй носочек я вяжу вот, компаньон к этому носочку. Я вам показывала в прошлый раз видео, что я связала носочек с носочной пряжей, добавила тоненькую ниточку мохера. Вот, и теперь начала вязать второй. Друзья, мы приехали, и сначала начинается этот базар с тех мастеров, которые работают с керамикой, гончары, с гончарным здесь связано также творчество, очень много различных, разных, и подставок, и тарелок, и кастрюль, и форм для запекания в духовом шкафу, Auflaufform, как по-немецки это называется. В общем, вот этот весь базар называется Töpferei. Это именно там, где продают горшки, кувшины, в общем, всю керамику. Это связано на машинке. Очень красиво. Heilstein.
Есть также и пряжа ручного окрашивания. Я надеюсь, что в следующем году я тоже здесь буду. Мне вот больше всего вот эти цвета понравились. Смотрите, как красиво. Половина белая, половина такая роза, пыльная роза. Здесь тоже половина белая, половина роза. А вот. Интересно посмотреть, интересно. Классные такие шарики. Прикольно, украшу. Можно целую штору сделать из таких шариков, как радуга. Классно. Нитинки крючком связанные. Смотрите, с подкладкой. Мягко. И повязки на голову тоже. Такие классные штучки. Смотрите, на стул. Можно сделать какие угодно из шариков просто. Разные цвета, разный дизайн. А есть еще вот такие сердца. Многие на дверь такое тоже вешают у нас. О, игрушки детские. Брелки. Кто на что гораст. Для детей тоже здесь. Можно картины сделать. Смотрите, какая идея. Из остатков пряжи делают картины. А здесь пледы вязаные. А это митинги, но без пальца. Просто с прорезью. Видите, на руку надевается. Пряжа, пряжа, пряжа. Welcome to next. Такие булочки. Мы тоже хотим попробовать. Вкусно очень, аппетитно выглядит. Пудрой посыпают. В масле жарят. Наподобие пончиков что-то. Смотрите, какая интересная идея для декорации, да? Сундук и пряжа. Круто. И снова пряжа, 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 пряжа. Вот, например, мохер вместе с шелком стоит одна пасма 50 грамм 26 евро. Девочки, бегом ко мне в магазин, у меня дешевле. Мы пришли в халле, здесь очень много людей. Ну, халле это как помещение, закрытый зал, да? Здесь очень много кто... вяжет, ну и руками на машинке предлагают все свои товары. Очень много людей, поэтому снимать здесь я буду по минимуму. Потому что я знаю, что очень многие против. А вы помните, в прошлый раз я показывала вам сумки ручной работы? Вот они снова здесь. Еще у нас добавились вот такие сумочки-шляпки. Здесь не только пряжа, еще можно купить и аксессуары для вязания, пожалуйста. А здесь еще и макраме. Кто увлекается, кто любит, кто умеет. Вы такое видели? Класс. Друзья, я снова встретила продавца, вот эту фирму, которая вяжет детские все вот такие вот классные штучки, детскую одежду на машинке. Это тоже женщина из Аугсбурга. Вот мы сейчас как раз не разговаривали. Вот в этот раз она сказала, не снимайте меня, пожалуйста. А товар, пожалуйста, можно снимать. Вот вам для идеи. Смотрите, как интересно. Кисточки только с одной стороны. Здорово. Такой дизайн. Очень такие мимишные, классные. Ой, вы посмотрите, какая грелочка маленькая. Все такое очень-очень классненькое. Здорово, здорово, здорово. Ну что, друзья, идем дальше. Здесь очень душистое мыло, я понюхала. Вот. Так классно. Так классно пахнет. Уже пряжа. Вон шали какие красивые на манекенах. Thank you.
da muss man doch immer so nach... Genau, immer in der gleichen Menge möglichst nach. Und dass sich das halt mit ineinander verzwirnt, ja, durch die Drehung, dass ich hier drehte, ja, dreht. Gut. Okay. Ne? Ja. Magie. Ja, genau, es ist eine Magie. Magie des Spinnens. А вы такое видели? Это из маленьких колобочков, которые сваленные. Вот это вот техника валяния. Это такая овца. Ой, прикольно. Еще уши такие у нее классные. И ноги даже. О. Друзья, мы уже дома. Смотрите, как я продвинулась по своему носку. То есть, вот, уже, ну, готовый, чтобы вам было наглядно видно. И вот сейчас я вязала и разделила уже на пятку. Видите, то у меня уже пятка началась. У меня всегда в носке вот самый такой сложный, наверное, момент, даже не сложный, а просто для меня, я не знаю, почему, долго вяжущийся, кажется мне, это именно резинка и вот пятка. Как только я вывязываю пятку и здесь объединяю вязание и начинаю вывязывать клин, все, мне кажется, что я уже на финишной прямой. Хотя, конечно, я далеко не на финишной прямой. И, ну, в принципе, вот это вот расстояние, оно гораздо меньше, чем вот это расстояние. Но я не знаю, почему или мне так кажется, но всегда у меня потом идет вязание быстрее, когда хочется быстрее довязать носок. Поэтому мы сейчас приехали домой, Доминик у друга. Рубик говорит, давай не будем еще готовить, пойдем в ресторан. Мы давно хотели в индийский ресторан сходить. Ну что, раз муж приглашает, надо, конечно, сразу соглашаться. Вот, поэтому я не знаю, что у меня еще получится сегодня повязать. Наверное, вечером, может, с ресторана придем, и я еще повяжу. Я, в общем, очень хочу сегодня еще вывязать пятку. Вот. Ну, пойдем в ресторан, если будет что-то интересненькое, я вам покажу. Мы в центре города, находимся недалеко от городского театра. И вот здесь как раз мы пришли в индийский ресторан. Погода великолепная просто сегодня. Так тепло, слушайте, у нас вот деревья уже немножечко начинают желтеть. Но еще все равно погода просто прелесть. Бабье лето. Подольше бы продлилась эта погодка. Прям замечательная осень. Золотая. Как сразу пахнет пряностями и специями. Уже что-то на столе стоит. Ой, какая красивая свечка. Вообще так красиво, такие лампочки здесь классные. Атмосферно, очень атмосферно. Я не снимаю, конечно, людей. Здесь уже сидят люди. Вот, нам выдали карты. Это какие-то индийские боги. Я знаю, когда много рук, это бог Шива. А вот когда хобот слона, я не знаю, как этот бог называется. Слышите, какая музыка? Что, уже не видишь? На, держи. Я посмотрела, очень хочу попробовать суп. И хочу попробовать салат. Здесь помидоры, лук и приправа. Вот, посмотрим, что Робби закажет. Робби, посмотри на меня. Ну посмотри, посмотри. Тебе очки очень идут. Очень-очень красивый мужчина. Мне принесли мой суп. Только вкусности нам принесли. Прям слюнки потекли, друзья. Вкусно, Робби? Людей, слушайте, смотрите, сколько людей. Очень вкусный суп, очень. Друзья, утро следующего дня. Вчера вечером мы пришли домой, я носок больше не вязала, зато
повязала плед. И продвинулась я достаточно хорошо. Я начала уже со второй упаковки третьи мотки. Вот у меня еще по два мотка в упаковке осталось. И я заказала еще две упаковки. То есть одну бирюзового, одну коричневую. Пряжу я уже получила. Значит, провязала я уже достаточно много в пледе за это время. Хорошо продвинулась и столкнулась с некоторыми трудностями. Но, друзья, чтобы не затягивать видео, я расскажу вам об этом в следующем видео. Я покажу вам плед. Я надеюсь, довяжу носок. Уже все вам покажу. Вот, и у меня еще новый процесс, тоже интересный, ну, для меня, во всяком случае. Вот, а кто хочет сразу видеть все новости, я делаю коротенькие видео в Telegram, добавляйтесь, пожалуйста, в Telegram-канал, и там найдете все на канале, можно посмотреть все коротенькие видео, по пледу я там тоже вставляла, и по носочкам. Потому что, конечно, у меня, ну, видео на YouTube, они немножечко позже выходят, потому что я там собираю материал, собираю видео, смотря какая у меня тема и так далее, да, бывает, что я несколько даже видео вместе собираю, вот как в этот раз, да, то есть у меня и прогулка, и посещение базара, и мы немножечко посидели с вами в ресторане, вот, и немножко вязания, так как бы сказать, всего понемножку. Но самые актуальные новости у меня, все продвижения по вязанию и новости, которые связаны с магазином, с ассортиментом, это все в канале, в Telegram. Поэтому, если хотите общения, если хотите вдохновения и быть в курсе всех новостей сразу, то, пожалуйста, подписывайтесь на Telegram-канал. Друзья, на этом я свое видео хочу закончить. Хочу пожелать вам, конечно же, вдохновения, прекрасного настроения, побольше времени на любимое хобби, и мы с вами увидимся в следующем видео. Я обязательно вам покажу плед и кое-что еще. Все, всем пока-пока.